Огурцы – пожалуй, одна из самых распространенных культур в огородничестве. Огурцы очень любят воду. В солнечную погоду могут выпить до 3 литров за сутки. В тот момент, когда овощ набирает силу, необходимо поливать его утром, а в момент цветения и плодоношения – вечером. Делать это нужно только теплой, прогретой на солнце водой. Поливать огурцы нужно не только в жаркий, но и в пасмурный день. Достаточно лишь уменьшить дозу питья. Но питать их водой недостаточно для того, чтобы получить хороший и вкусный урожай. Мы нашли для вас идеальную подкормку, ингредиенты для которой найдутся в каждом доме и не ударят по вашему карману. И это луковая шелуха. Луковая шелуха содержит большое количество активных веществ, минералов и витаминов. Настой из луковой шелухи можно использовать для полива, опрыскивания огурцов и для подкормки почвы. Шелуха содержит каротин, улучшающий выживаемость рассады, активирующий обменные процессы в листьях и способствующий борьбе с заболеваниями. Витамины группы В, служащие активаторами роста рассады и укрепляющие листья и стебли. Фитонциды, обеззараживающие вредоносную среду. Витамин ПП и флавоноиды, улучшающие созревание плодов и их вкусовые качества. Для приготовления нужна горсть луковой шелухи и 1 литр воды. Сырье заливают водой, ставят на огонь и дожидаются кипения. Затем снимают с плиты и оставляют настаиваться в течение суток. Затем процеживают. Огурцы опрыскивают с недельным интервалом. Некоторые используют луковую шелуху в сухом виде. Обычно сухую шелуху подсыпают весной во время перекапывания грядок. Такой вид подкормки положительно влияет на увеличение урожая и качество плодов, защищает огурцы от вредителей и обогащает почву.